Смотрите, давай пока, смотри, какой утюжок. Николь. Николь. Ручки твои, как ты стираешь? Смотрите, какой классный утюг. А мы хотели чайник, вот Ареса. Вот, значит, так. Вот это. Но он был пластиковый. Я уже все разобрала. Теперь могу рассказать. Угу. Вот это, значит, на какую шерсть, хлопок. Вот мне пришли с пакетом. А, парень. Это пакет, это Даша, да, подарила? Даша где-то заказала. Ага, ну красивые цветы. Красивые, Николь, посмотри, цветы какие. Куда ты, бабушка? Короче, бабушка показывает подарки. Чайничек, как он мне нужен был? Куда ты везешь бабушку? Я пока сюда найду. Как он мне нужен? Николь. Николь. Вот ты мне как раз хорошо. У меня там такой уже худой капает. Вот прям молодцы. А, ну вот. Что-то наплела и сегодня. У тебя идея. Поздравь, бабушка. А чего ты плачешь? А я ж тебя не обижаю. Это что это такое? Что это? Я ж тебя не обижаю. Ты какой хороший цветочек. Дашенька подарила. Да? Вот. Чего вот ты за... Картиночка с цветочками и птичка сидит. Ты стой, ты чего это испугалась? Когда ты плачешь, что на бабушку Марийку похож становишься. Да? Так, мы уже ходим. Так, не надо там ходить. Иди вон туда в комнатку, пойдем. Проходи. Проходи. Николь, ты уже в мультике влезла. Дедушка. Внучки. Покажи, бабушка. Это массажер, да? Из дерева, натуральный. Не пластмассовый. Покажи. Прекрасный вот такой подарок. Малышка, на дачу поедешь? Бух, о, смотри, могла по ногам тебя. Так, дети наши тут сидят. Детки. Знаешь что? Бантик этот съехал. Банан этот во рту. Аделькины ножки. А нет, вот ножки.